Magic Legends бета, мать ее. Так, это под запись, естественно. Погнали смотреть New Plains Walker. Геомонстер. О, Blast Color. Лагает. Компьютер не тянет. Сервер один, сейчас посмотрим. Да, геомонстер. Так лучше. Beast Color. Смотрим классы. Что это, блядь, так белая мана? Осуждаю. Вот это друид, да? Green мана. Охренеть, как лагает игру. Blue мана. Mint Mage. Некромастер. Black мана. Хочу некромастера. А я не понимаю, здесь только магия? Здесь только магия или что? Грим Сифон, Грейв, что это? Класс Абилитис. Аура есть какая-то. Нет, а где остальные-то? Как класс выбрать? Или вот, но это единственный момент с классом. Да, только маги. Да ты шо? Ля, тело. Ну, должен быть накачанный, как я. Ладно, мы некромантера с самым худым. Самый худой, который есть. Фейс. Фейс мой берем. Кожа. Кожа нормальная, обычная. Так. Волосня. Волосню же не видно. Фейс... О, вот это мне нужно. Во, борода, ё-моё. Нейм. Клобрикс Равигнак. Роблокс Равигнак. Короче, посмотрим, что за зверь такой. Финиш. Надеюсь, лагать не будет. Все-таки первый запуск, ё-моё, серваков, походу, дело произошел. Посмотрим. Ну, я думаю, что это вообще как Диабло, как все остальное вот это. Короче, ничем она не будет выделяться, мне кажется. И умрет так же быстро, как стартанула. Ой, ну, типа, блин, не знаю. То, что русского нету, это все габелло. Файлы докачивает. Патчинг. Только баланс, ё-моё. Тапас. Это Пеппа. Где я? Какого черта борода, блядь, сюда? Я же нормальную сделал. Алло. Do you even know what the etheric lens can do? I know what you told your guild master, and that's all I need to know. So, you're a stalker and an eavesdropper. And your death. Она будет, короче, лагать так же, как, блядь, Пое, я вам говорю. Как Пое вот в начале. Пое сейчас лагает, блядь, на любом компе. Вот эта херня тоже будет лагать. Another planeswalker? О, говорит, еще один, блядь, маг вот этот. Ой, да, он каждую секунду патч под этого. Ну, короче, старт игры уже не удался, я так смотрю. Ага, у тебя Пое не лагает. У Ламыча на 3090 лагает с i9, а у тебя не лагает. Да, да, ну посмотрите стримы Ламыча, он задор по Пое, у него вообще ужасно лагает Пое. Че переводить-то? Фу, твари какие-то. Что случилось с графикой? Это от инета, ага. Подкачка во время игры, конечно, дерьмовая, ё-моё. Все, это все. В left mouse button, ну, перемещение. О, добро пожаловать. Я думал VASD. Думал VASD. Ну, короче, это, конечно, нереально. Нереальный старт. The Spark.
Мне, наверное, надо камеру чутка вниз опустить, да, чтобы вы видели, что там что-то появляется, что-то надписи какие-то. Давай вот так сделаем. Погнали. Hold Shift. А. О, господи, как неудобно. А ну-ка, маленькие, блядь. Нашли. Они вообще не, не нападают? Окей. Так, ну что? Не за что. Unless you're also out to kill me, then we probably need to have a different conversation. So, что я делаю? Да я не знаю, откуда я знаю, что я здесь делаю? Oh no, I know that look. Perplexed, disoriented, maybe a little amazed. Первый раз, конечно, well, да. That duel broke my gear, and you need some answers. Да, да. My name is Raul Zarek. Follow me. Рал Зарик, чат, если что, его зовут Рал Зарик. Камеру можно крутить в любой этот. Приближать нельзя. Stand back and observe. Ага. Stay back. Стану сзади, окей. Try and keep up. Пойдем try and keep up делать. Look at that. I'm allergic to pollen, so... Let's just go the other way, huh? Это мобильная, да вроде нет, ее типа дофига людей ждали там и все такое. Yeah, our deal. You are a planeswalker. You have a spark of sorts inside of you. Хорошо, хорошо, я понял. When that spark ignites, it grants you unique abilities and enables you to travel between worlds. Где карты в натуре? Я хочу билд тоже. Что тут? You'll get used to planeswalking. Он поржал надо мной. Проверь, я проверил, типа. О, кушка. Ох, ёб твою мать. Я могу. Ага, а, already. Все, понял. О, какие лаги, ёб твою мать. Отойдите, жучки, от меня нахер. Пока выглядит... Тебе проблема из-за того, что все в нее зашли. Не-не, это PvE игра. Спойл Старк. Они взрывают, да, вот так вот, бум. Ага. Let's go. Ну, let's go. Ну да, кто-то шутканул. Кто-то шутканул по поводу убийцы Лостарка. Знаете, что, не кооп? Не, вообще кооп, я так помню, до трех человек, мы же обзор смотрели. Обзор смотрели. Spells come in different forms. Sorceries, for example, are spells that directly aid allies. Or harm foes. Ага. Butcher deal 480. Да, new spells unlocked. Ну, окей, но это те, которые у меня есть уже. А, нет, это new spells. Some spells work in combination with others to produce powerful effects. A practice on our guests while I tend to the next barrier. Да я понял, что единичка, двойка это спеллы. Мы драться будем сейчас? Бучера посмотрим. Го посмотрим. Да что за лаги-то в игре? Бучер-то, короче. А, ну и все, и она типа кончилась, да? А двойка. А двойка это такая же, как Вэшка. Но если сервера лагают от наплыва, то у меня для них проблема. У меня для... У них проблема. Every spell requires mana, as I'm sure you've noticed. Да, я знаю, что ману требует. А где моя маната?
Опаздываешь. Давай, давай продолжим, давай продолжим. Как тебе пока? Пока лагает. Мне пока лагает. Many sorceries can be aimed strategically at a specific target or two, or 10. Here, I'll conjure up some targets for you. Let's see. Target for me? Давай. Может, мне из-за стрима лагает, я хрен знает. Так, что hold button, show target, release button? Ну, так это и так понятно. Что надо сделать? Destroy the spell target. А, спеллом убить или что? Не, просто убить. Я не буду спеллами убивать. Они ж кончаются. Странно, конечно, что у меня лагает. Слушай, а на натуре от стрима лагает? Может быть такое? Ладно, может быть подшаманили. Может быть подшаманили. She left a whole swarm. How kind of her. Бум. Бум, 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 бум. Не, ну это маленькие, это маленькие. Что это такое? Так, хилочки после мобов остаются. Now, where was I? Where was you I? You can also learn creature spells, which summon forth beings to fight by your side. Все равно видишь по распросадке. О, скетч зомби. Окей, новая абилка. Плюс абилка, как говорится. Magic flows in unpredictable ways. Your available spells will shift each time spells, you cast. Space. Да это я so уж понял. Это мы уже видели. Можно будет, короче, составить, да, из карт спеллы. Ну, допустим. Достанул трех. Ага, и вот это поменялось. Видишь, теперь появилась другая карта. Вот она моя мана. То есть это требует одну ману, это две. У меня вон сколько. Давай проверим, так ли это. Да. Импакт от персонажа? Да пока не чувствуется вообще ничего. Пока я просто бегаю и изучаю. Да-да-да, в обзоре в этом говорили. Карта кончается и заменяется на другую. А, так смотри, она восстанавливается. Только я ее юзнул, а где мои скелеты появились-то? Мана вообще со временем, наверное... Be careful, окей. Ля, щупальца огромное. На-на-на. Если так. Как-то зомбари просто стоят как будто бы. Окей. Okay. Не, она просто восстанавливается. Так. Root target. О. Контроль появился первый. Теперь я могу рутить. А как составлять ка... Ага, надо через таб. Чё, как игра? Да пока непонятно. Вот, через таб, короче, вот моя дека. А вот мои карты составленные, да? Ну, понятно. Пока у меня их мало, поэтому пофиг. Я так и не понял, Q и V это же те же самые карты. Это просто, типа, как классовые карты идут или что? I got what I came here for. So this is where we say goodbye. Goodbye. Она просто убежала, сакуниха. Remember everything I've taught you, and we'll make it through alive. Да, я понял. Конечно, я выучил то, что ты говорил мне. Мобы тупенькие, конечно, даже на обучении просто стоят пока. Почему я не могу еще двух скелетов вызвать? Это OE damage.
Я не знаю, что это, кто я могу знать. Ты же Зарик, ты должен шарить. Защищайтесь, говорит. Что это, блин? Там что-то большое. Управление, конечно, вообще не очень, честно. И от него вообще нужно мансить, или я его просто бью? Шо, маленький. Конечно, обучение такое себе. Это груд. Возможно. Ой, блядь. Короче, просто вот так вот сделать. От него мансить не получается. Кстати, здесь нету перекатов, я так понимаю. Перекатов нет, это очень плохо. And here I was worried Nicol Bolas had come home. Так, ну и что делаем? Она убежала. I can't run my experiment without that lens. Crocked. I should have been more careful. Should I follow in her wake? Не-не, таргет не липкий. А, спик. Давай спик. I'm not sure what hurts more right now, my back or my ego. If she overheard the почему окно диалога новое тоже? This could be bad. Привет, почему не смайт? Не знаю, новую смотрим. If you focus on the scar left by her planeswalk, you'll follow in her wake. Wherever it takes you, да, окей, я пошел. Ой, там какая-то штука прикольная. Please, just trust me on this, and I will see you again soon. Mission completed. Ну, короче, вот это все, что нам открыли. Пока 5 карт. И просто загрузка. Здорово, ребят, здорово. Поставьте там лайк пока на ютубе, а? Пока смотрим новинку. Я пока недоволен, меня бесит то, что лагает. Тазим Зиндикар. Что это такое вообще? Ну, согласен. То, чтобы... О, патчинг опять. То, что приставка бета, это, конечно, дает там... Как бы возможность говорить о том, что... Ну, мы ничего не можем сделать. Может, другие локации сейчас не будут лагать? Тоже могу как птичка делать. Так. Ой, случайно прожал. Посмотри на чат, посмотри на чат. Но только это стоит того, чтобы запечатлеть. Ля. Мьютул. Ой, лул. Окей. Давай поговорим. В смысле? I just deflected one of you, and I will not see the people of Briarthorn Glade suffer further harm. Нормально все. Кто ты такая? Ну-ка, скажи. I am Nissa Ravane. Nissa Ravane. A planeswalker like you and myself just attacked this village, so I intervened. Who are you, and why are you? I am friend of the... Да, я друг Зарика. Мы преследуем какого-то там планесволкера. You know Rol? Я знаю Рала, да. Little, I suppose. You must be after the red-haired woman who summoned all these creatures then. Да, да. Давай, let's go. Погнали уже, хочу игру посмотреть. Follow Nissa. You'll find out this plane, Zendikar, has a life of its own. Here, let me take care of this vine. Да я сам дойду, спасибо. Ля, какие кубики. Ну да, получается, что положили.
Слушайте, мисс. I suspect the planeswalker who attacked Briarthorn Blade corrupted this hedron. Чего, смотреть, что она нам хочет показать. Здесь, по идее, хаб должен быть с кучей народу, но там чат — это просто жесть. А ты что? Я уже разучился, кстати. Но это невозможно так играть, я не знаю. Бля, что умею? Да ты что? Ты из этого чата лагает, думаешь? Ну это еще обучал. Ля, большая какая твар. Бруда, как в доте. Вот что, я сейчас не могу вызвать скелетов. Почему? У меня же маны хватает на них. Элитка какая-то. Может из-за стрима, может из-за стрима. Зачем чуваки пишут мьютол? Это работает? Я застрял. Ну это просто невозможно играть. I must stay and investigate the hedron further. Continue through the brambles over there, and you should catch up to Procyon quickly. Quickly. Что за заставки? Я думал, здесь прям синематики. А вот так вот не лагает, да, у вас? Ага. А зомбаки-то долго живут, ля. Это что такое? Что это такое? Да у меня тоже глаза вытекают пока что. Все нормально у тебя? Да, Ниса мне рассказала. Давай остановим, да. Tread carefully. Linger in the wrong place, and the land may take hold of you. Так, грот тикет. Что это? Ага, ля, руты. Понял. Я немножко не понял вот этого. А, вот, наконец-то, карты. Но у меня в пуле все сейчас карты есть, да, кроме вот этого. А. Spell already in deck. Да, он. А, он уже есть, да? Да, вот он. Я понял. Spell already. Это за маленькие гоблины. Чего они дерутся с пауками? Столько вопросов и ноль ответов. Ой-ой-ой-ой, как же. Найдите, ага. Здорово, Скорт. Ну, нашли, что, надо разбить ее или что? Ого. Это что, это и вас... Ага, все, я понял. Мы ее просто находим и активируем, все, да. Больше с ней ничего сделать не нужно. А на консоли она тоже бесплатная или что? Может мне с плойки просто попробовать запуститься? А кто это руты кидает, интересно? Блять, на локации вообще ничего нету. На пекарне, да. Аккаунт единый, не знаю.
Вот это шо? Так. Do you hear that? We must be getting closer to the goblin camp. Пролаги. Goblin count. Окей. This destruction is excessive, even for goblins. Вовил, у тебя что же плойка? Посмотри, пожалуйста, она есть на плойку вообще? Мне реально кажется, было бы проще с плойки запуститься. Да, да, здесь есть ККИ. А как зайти туда? Никак. А, вон, открыт. Гоблин кэмп. Короче, нам нужно базу гоблиновскую найти. Я в магазин еду. Ой, блин. Охренеть, как откидывает. Просто жесть. То ли у них сироки не справляются в первый день, то ли я не знаю. Видишь его, что дергает? Но это же бета. Блин, как мне это злит, вот это вот. Это же бета. Я понимаю, что это бета. Бета не должно быть оправданием того, что игра беспонтово на старте работает. Фиолетовый эпилепсия. Но это я выбрал некроманта. Я думаю, у других такая же фигня, только другого цвета. Так. Да, я вижу. Давай, открывай. Гоблин кэмп. Там, наверное, сейчас жесть сколько их. О, лё, какая здоровая штука. Чем она стоит? Застрял, что ли? Ля, залагал. Чум-чум-чум. It looks like the witch got to the goblins too. На боксе нету. На плойке, интересно, есть ли? Пойдем смотреть. Найдите что? Найдите в джунглях что? Диппер. Что такое диппер? Look, down there. I've never seen the hedrons this active before. Окей, окей, окей. Я тоже никогда такого не видел еще. Глубже? А рот вы тогда что? А рот вы тогда что? Если диппер глубже. Help me, help me. Единственное, есть еще вариант у меня в голове, то что это типа а-ля первая локация, да? И серваки вот именно здесь перегружены из-за количества народу, который типа сейчас заходит сюда. Может быть такое? Сбить динозавра. Да, магии у меня вообще нету, как будто бы. Не знаю, что интересно, а здесь шмотки? Ну нет, здесь по-любому должны быть шмотки. Спасибо за подписку. Видишь, что происходит, когда ты во что-то врезаешься?
Девушка говорит, нет, спасибо большое, Вилл. Плохо. Талос, girl, what is it? Outsider, Талос is acting strangely. We must be on the right track. А-а. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Дай дойти, сука. В ASD можно выбрать? Рили? Опции, кейбординг, маус. Натуре, бейсмент, смотри. Ага. Он не сохраняет настройки, понимаешь? Во, во. Нормально. Все, и теперь без шифта, да, я могу это делать? Ну, в ASD, конечно, получше уже. Но то, что лаги, это просто какая-то жесть. Elemental? Elemental? Ой, это что такое? Дракончики. Чего нужно сделать? Элементаль пытается удержать или что? Мурлоки местные. Дракончики? Да нет, вроде. Вон они могут оказаться. Сраный. Но пока бояре не то чтобы раньше. Ой, чат засмотрелся. Ага, теперь у меня билки на хуе, все понял. Да, элементаля надо убивать. Давай. Hedron are agitating my companion Talos. Go home, girl. I will catch up with you soon. That woman must be behind this. We should look for her trail. Думаешь, under setting нужно нажимать? Екс. Ну в чате овер много людей, я вам так скажу. Там какое-то невероятное количество. А, блин, не в другую сторону. Что ты делаешь на ютубе, Шней? Ты шо? Виктор? Или я путаю? Сыграл, создал огромную бабу с топором, понял. Блять, куда я бегу? Почему мне в разные места по... Я палочку не заметил. Да ты шо, Астеринок, спасибо большое. Ля, второй месяц самоподписки. Самостоятельный. Спасибо большое, дядь. Оповещение такое. Спасибо большое. Дайте любовь Астеринаксу в чат, пожалуйста. Ой, нет, только дождь, не иди, пожалуйста. С такими лагами в первый день невозможно будет играть. This rain feels unusually warm. Something is not right. Что это за точки, интересно? Это точки, если я помру, я здесь возражусь, да? Нет. Челлендж. Интер-арена. Ого. А, Е. Нет, F. Let these beasts do what they do best. Так, что за арена? Мы на какой-то арене. Матрица. Лё, какой этот, здоровый. Камерой вообще управлять нельзя, только накрутить ей. Это плохо, мне это не нравится. Если я хочу видеть красоты этой игры. Очень странно.
штукенция притягивает. Надо убивать. Если есть хпшка, значит надо. Вот эта билка мне понравилась. Хоть она и с надгробиями, но выглядит так себе. Цветочки! Я некромант, идите нахрен. Вот это очень сильно карта наносит урона, очень много. Здорово, здорово, ребят. Онлайн? Ну типа да, кооп онлайн какой-то. Каналу нужно больше, говорит, энергии. Ёпову мать. Мне нужно по кругу. Я вот этих сейчас убью всех. Думал, это другая билка, представляете? А прикинь, я их не должен убивать. И они должны поддерживать баланс. Мне нравятся обилки у некроманта, выглядит красиво. Но в трейлере, конечно, выглядело в разы лучше. Ля, Виктор, да ты шо? А шо случилось? Спасибо за сапку. Пропал на миллиард лет. Вернулся, подписался. Ну, в принципе, так и должно быть, конечно. Здорово, Бронсон, спасибо большое. Вить, спасибо тебе большое. Я, говорит, чувствую эту магию, чувствую, да. Да, окей. Селектив... А, это типа прям арена, типа а-ля данж был. Сейчас мы что-то получим. Ля, музыка из Наруто. Наруто. Саске? Это что такое? 8, полтора... А, ну это то, что я получил. Голда. Да я шучу. Был у меня с таким же ником такой же чувак. Ты не помнишь разве? У вас были два одинаковых ника. Только у него тоже Шне. И вот у тебя две, три И в конце, а у него какая-то другая штука. На Таркове ко мне пришел. Не помнишь разве? Господи. С одинаковыми никами бегали. А ты просто приходил, сапки дарил и уходил. Стрим посмотрим, но сегодня нет. Сегодня мы смотрим вот эту новую игру. О, все, пошла локация с другими людьми. Refinder Today. Второй левел получил. Та ты шо, я тебя жду. Speak with Nisa. Сейчас я с Нисой поговорю. Что она хочет? Да, пойдем. Impale, ля. Target location. У меня все карты будут наносить АУЕ урон. New reward, Impale, окей. Так, мы, да, деку уже можно строить, вот она. Но у меня пока мало карт и много слотов. Получается то, что я и так фуловый. Ага, здесь есть гайды, лодаут. Welcome to Loadout. Ага, можно разблокировать. А, смотри, почему я не могу еще кем-то сыграть? Ну ладно. Класс артефакты. Эквипмент. Вот, смотри, у меня эквипмента вообще никакого нету. Надо фармить, короче. Ага. Интересно.